будем трахать чилуху. Ничего необычного, просто урок математики в третьем классе. Привет, просветители! Если вы не первый день на этом канале, а если это ваш дебют, то кнопка подписаться сама себя не нажмет. Вы человек подготовленный. Что мы только с вами не видели и не обсуждали. Минутка вьетнамских флешбеков. Но даже меня, школьные события, тут должны быть такие гигантские кавычки, последних недель повергли в настоящий шок. Так что проверьте наличие валерьянки в домашней аптечке. Сегодня может пригодиться. Когда в сети начинают активно обсуждать какое-то популярное видео, запечатлевшее отборную дичь, достаточно часто это всего лишь доведенная до крайней степени тенденция, которая и до этого просматривалась в обществе. Просто если ты особо не сталкивался с данной сферой, то и наличие определенных явлений станет для тебя сюрпризом. Отличный пример – трэш-стримы, о которых относительно недавно все заговорили. Еще бы, на них начали происходить настоящие преступления. Но и до этих скандалов было очевидно, что эта бомба замедленного действия рано или поздно рванет. Вот она и рванула. Все к этому шло. В школе меня всегда поражало удивительное сочетание бесправия и вседозволенности. При этом страдают от них и ученики, и учителя. Правда, вот только те, кто играет по правилам. Из чьих уст школьник или педагога вылетят сакраментальные? А ты кто такой? И что ты мне сделаешь? Зависит от огласки, которую может получить ситуация. Сегодня мы как раз и поговорим об эпизодах, известных всему интернету. Активности и вовлеченности родителей – это вообще самый важный момент. Позиции администрации и наличие или отсутствие воспитания и уважения к другим. И вот от того, как все эти моменты сойдутся в конкретном классе, и зависит личный опыт. Именно поэтому в комментариях достаточно часто соседствуют диаметрально противоположные позиции. Это абсолютно нормально. Просто вы столкнулись с бесправием и вседозвольностью одних участников образовательного процесса. А вот буквально за стенкой все может быть совершенно по-другому. Начнем с ситуации, когда героем дня без галстука, мальчишом-кибальчишом и просто крутым пацаном оказался школьник, третьеклассник. Сейчас будем трахать чилуху. Как вы знаете, детки у нас существа нежные, цветы жизни, поэтому половина фраз здесь отсутствует. Но вот конкретно в этом моменте товарищ заявляет, что будет совершать действия сексуального характера по отношению к учителю. Наверное, на уроках полового воспитания об этом услышал. Ну, где еще? Доделывайте контрольную, ребята. Ну, судя по этой фразе лицу педагога и реакции одноклассников, можно сделать вывод, что подобные концерты в этом классе проходят с завидной регулярностью. У учителя вообще эмоций нет, она уже к этому привыкла. И дети тоже. Похоже, это обычный учебный процесс. В интернете как только не называли мальчика. Но не стоит забывать, что перед вами ребенок. Это еще даже не подросток. Это, блин, третий класс. И главные вопросы лично у меня возникают к родителям, семье. Такое поведение – это либо полное отсутствие воспитания, или наоборот, воспитание на личном опыте. Привет, главное родить. Либо у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. И тут опять же вопрос не к нему, а к маме с папой. По данным издания «Подъем», мальчик и раньше вел себя агрессивно и ругался матом. Родители одноклассников неоднократно жаловались на него директору школы. И тем не менее, где наш герой? Правильно, у доски. Почему? Мы уже недавно об этом говорили. А теперь просто представьте, каким уважением будут пользоваться учителя у детей в этом классе. Если они уже с начальной школы видят, что можно обматерить, замахнуться, и все будет норм. Когда человек становится свидетелем безнаказанных издевательств, это не проходит бесследно. А жалобы родителей? Ну вот если бы они на педагога бочку катили, другое дело. У нас же только учителя бывают плохими. Но вот если начнется буча в сети, господи, мы это уже миллион раз проходили. Прокуратура Ростовской области организовала проверку после публикации ролика в сети. Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего. Полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций, заявили в пресс-службе. В школе в управлении образования Таганрога отказались комментировать инцидент. А почему учительница в рот воды набрала, удивитесь вы? А что учитель мог сделать? Спрошу в ответ я. Сделает замечание? Простите за тавтологию. Ну, во-первых, она их, скорее всего, до этого и делала,
А во-вторых, вот если вас будут так матом обкладывать, вы уверены, что фраза «Пончик, перестань!» подействует? Я вот как-то сомневаюсь. Хотя, если еще грозный пальчик добавить, удалить из класса не имеет права. А вот меня... Еще раз, учитель не имеет права выгнать ребенка с занятия. Педагоги это делают, но это является нарушением. Правда, и третьеклассник не имеет права материться перед целым классом. Только вот вся разница в том, что со школьником-то ничего не произойдет. Он же ребенок. Сами решаете, куда здесь «же» относится. А вот педагог, взрослый человек, должен знать. Наорать в ответ тоже не имеет права. Да, учителя кричат. Но если родители нашего кренделька пожалуются, а они пожалуются, потому что это лучшая защита, сначала будут выяснять, почему учитель повысил голос. Где же любовь к детям? А уже только потом, почему мальчик матерится и конечностями разбрасывается. Физическое воздействие даже не обсуждаем. Пожаловаться? Ну, во всяком случае, судя по статье, все вроде как в курсе. Итог? Слава богу, этот концерт решили запечатлеть на видео. Хотя я все равно думаю, что крайне окажется учительница. Ведь дома кренделек божий одуванчик и вообще матом не ругается. Как сообщает Ростов-газета.ру, мать третьеклассника заявила, что учительница не смогла добиться уважения у детей. При этом женщина утверждает, что поведение ее сына абсолютно нормально. Он растет в полной благополучной семье и в школе никогда на него не жаловались. Вот вы можете себе представить, чтобы ваш ребенок так повел себя с учителем, а вы... просто авторитет не сумели заработать. Ща бом тебя. У меня, как и думаю, у всех были разные учителя. Кто-то сумел себя поставить, кто-то нет. Кого-то я уважал, других просто терпел. Но мне даже в голову не могло прийти заявить на уроке: сейчас будем насиловать Марью Ивановну. Потому что мне сумели дома объяснить, как нужно вести себя в обществе. Если вы не унижаете другого человека только потому, что он сумел доказать силу своего характера, ну, у меня для вас плохие новости. Какашка вы, а не человек. И да, это задача родителей объяснить ребенку, что вести себя по-человечески нужно со всеми. Сильными и слабыми, взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами. Алло, мамаша и папаша. Все это говнецо уже в вашем ребенке сидит. А тот факт, что он выплескивает его исключительно на определенных людей, которые не пользуются уважением, никоим образом не решает проблему. Это наоборот тревожный звонок. Именно отношение к тем, кто слабее тебя, кто не может ответить по той или иной причине и раскрывает характер человека. Она не смогла добиться уважения. Отлично. А я вот тоже не всех уважаю. Вот вас, например, после таких неадекватных заявлений. И что? Я имею полное право говорить, что буду поступать с вами так же, как ваш сыночек хотел с учителем провернуть? Не, ну вы просто еще не успели завоевать мое уважение. Главная проблема подобных рассуждений папочек и мамочек – они не до конца понимают, что достаточно быстро сами могут попасть для своих детишек в разряд слабых и не добившихся уважения. Но это уже совсем другая история. Как говорится, учитель начальной школы попрощается с учеником в конце 4 класса. А вот вам с этим крендельком еще жить и жить. И вот когда создается впечатление, что учителя абсолютно бесправны, а ученики могут творить все, что захотят, на помощь приходит ролик. Кстати, тоже из Ростовской области. Что у вас там происходит? Пока одни учителя знают, что у них нет никаких прав, другие ощущают себя ну просто настоящими героями. Ну, на них еще пока просто никто не пожаловался. И творят вот это. Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Крики? Чек. Унижение при целом классе? Чек. Физическое воздействие? Чек. Да у нас тут победитель. Боюсь, пока макияж в школе может стать причиной такой реакции, не стоит удивляться, почему некоторые дети ненавидят школу и учителей. Мне кажется, не стоит долго объяснять банальный факт.
У учителей и родителей, да и в принципе у любого человека, должна быть определенная палитра как позитивных, так и негативных реакций. Особенно это важно в общении с детьми, которые только познают социальные нормы. Если крик в воспитании – привычный инструмент, забыл помыть посуду, орем, разбросал игрушки, кричим. Когда произойдет что-то, что будет требовать немедленной реакции со стороны ребенка, к примеру, заигрался и направился к проезжей части, он крик просто не услышит, потому что он к нему банально привык. Если макияж вызывает вот это, то что должно произойти, когда один ученик поднимет руку на другого? Мне даже страшно подумать. Там из пожарного шланга поливать нарушителя будут. А если школьник откажется работать на уроке? Нет, по факту дальше только избиение. А так как все-таки, наверное, с кулаками на ученика набрасываться не будут, вот получается, что накрашенные ресницы – это просто самый страшный грех. Растут и крики, и унижения, и таскание по коридору. Что после этого представления нужно делать с теми, кто по-настоящему другим мешает учиться? Задушить? А если старшеклассника поймали с сигаретой в туалете? Что-то мне подсказывает, это покруче в плане нарушения устава, чем макияж. Значит, и реакция должна быть ярче. А куда ярче? Голову в унитаз? Заставить съесть невыкуренное? Как много у меня замечательных воспитательных идей. На каждый проступок, на каждое нарушение устава школы должна быть адекватная реакция. И эта реакция должна как-то, ну, меняться в зависимости от тяжести нарушения. А тут мы изначально вот это вот видим. Это вообще как? Огромная проблема нашего общества – абсолютная толерантность к применению силы. Кто на вершине пищевой цепочки, тот руки и распускает. В первом ролике пацан из третьего класса учителю угрожает, потому что считает, что власть у него. Я сейчас не про учителя. Здесь классный руководитель вдохновения преисполнился и го к умывальнику. Я не знаю, что должно твориться в голове у взрослого человека, если он реально считает, что вот этим поступком он подаст положительный пример. Вот теперь-то девочка поймет, что такое школьный устав. Поймет. Только вот не только это. Главное только потом на выпускном обязательно прочитать стихотворение. Школа, милый дом. Здесь, возможно, и умрем. Нет, ну учитывая, что водные процедуры устраиваем прям тут, возможно, это и правда. Все свои, чего стесняться? Но если по-другому, не понимают. Точно. А вот теперь зато все присутствующие поняли. Хочешь кому-то что-то доказать? Просто примени силу. 10 даринских из 5. Только вот потом не надо спрашивать, почему это дети так поступают. Следующий момент. Товарищи взрослые, вот вы реально не понимаете, почему подростки хотят краситься? Почему стараются выделиться в том числе и с помощью внешности? Нет. И да, в очередной раз напомню, у меня были медалисты и с зелеными, и с синими волосами. Вау, а что такое бывает? Оказывается, можно и хорошо учиться, и при этом нестандартно выглядеть. Не, можно только что-то одно. Ты либо учишься, либо думаешь о своей внешности. Угу. Если вы реально не понимаете причину такого поведения подростков, то, наверное, вам все же не стоит работать с детьми. Но, с другой стороны, за эти копейки у нас в школу все равно никто адекватно не пойдет. Так что все нормально. Пока вы не станете героем подобного ролика, вот учительница, к примеру, уже заявление написала. А потом подумала и... Может, я совершила опрометчивый поступок, написав заявление? У меня есть 14 дней подумать. Если что, смогу забрать свое заявление. Я сделала прививку от COVID-19 и думаю, что это все последствия. Она действует на организм общим ослаблением. У меня страх перед психическими атаками. И, возможно, на время действия прививки вывело меня из состояния равновесия. Эта прививка, оказывается, во всем виновата. Вот оно что, Петрович. Прививка. Прививка, а вовсе не полная уверенность, что раз ты старше, можно смело наплевать на личные границы другого человека. Ну, опять же, пока родители не пожалуются. Да, есть правила. И школа это не цирк. И нет, мы не на дискотеке. А жаль. Тыц. Но эта реакция на макияж в долгосрочной перспективе куда опаснее любых самых накрашенных ресниц. Уважаемые педагоги, я искренне желаю вам, чтобы самой большой проблемой вашего класса были яркие тени и розовые волосы. Хотя, конечно, для кого-то внешний вид гораздо важнее знаний и всего остального. Вот и получается, одни страдают от унижения и бесправия, а другие, чё хочу, то и врачу. Чики-бабони, смерды.
Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17:00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. И будьте, пожалуйста, адекватны. Please.